Я только ради Вячеслава выпиваю, чтоб общность между нами возникала. Зачем тебе мужчина, если есть машина у тебя и деньги есть, и в Бога веришь, и понимаешь его? Порой так точно интерпретируешь писание. И ноги есть, и грудь на месте, и гучи носишь, и прекрасный ты художник. А вид с окна великолепен, а пахнешь, словно райская трава, и причащаешься. И благодать имеешь вроде, и роду аристократическому принадлежишь, и в технологиях ультрасовременных разбираешься. Добра ты, и не бывает у тебя депрессии. И в государственном устройстве понимаешь все. И в государстве живешь таком хорошем. Участвуешь в проектах государства в качестве дизайнера. И духовник тебя считает полусвятой. Мои продукты каждый день. И вкус изысканный. И гонор мира носит в комнате без головы. И свят, и свят, и свят. Так это ж в ней самой все это. А себя она не видит, значит, любить не может. Вот почему другой ей нужен для любви. Она ведь, знаешь, кроме Вячеслава, еще и футболиста полюбила. Да как же полюбила ты футболиста? И за что? Я перечислю мотивацию своей любви. Такие тонкие, и тело темное, большое, тяжелый подбородок, и зубы белые, а пальцы на ногах. Ты видела? Они красноречивы и свидетельствуют о латентном интеллекте. Вот фотография. Ну, не знаю. По мне тупой, как слон. Да ты с ума сошла. Смотри, какое лицо. Глаза и уши. Так я не понимаю. Ты Вячеслава любишь? И... Конечно, Славу. Художник все-таки. Но у него жена. Для секса голый футболист, а для души художник. Знаешь, в мастерской все так осмысленно. Набросок его каждый просто откровение. И вот вчера, когда мы пили спирт со Славой, я в лифчике была Максимара. Видимо, так сильно он хотел меня, что у него не встало. Опять тебе, наверное, импотент попался. И вы ушли. Меня рвало сначала. Потом он мне сказал, что если сильно любишь, до секса доходить сложнее. А Бога своего когда ж ты любишь? Thank you.
неприятно. Эй, меня давно достал, я Айрин Би полюбила. Но Бог — это то, что престижнее во сто раз, круче, чем моя машина. Бог вам очень понравится, ибо он может многое дать. Он всегда с тобой, всегда со всеми и везде. Говорит, молча, сопровождает в темноте. Ему не надо платить, только упоминать. И просить у него можно почти что все.
должны вселиться. Паспорта уже стали. И вдруг... Замдиректора говорит, ремонт говорит. Только с ноября могу оформить. Через 6 месяцев. А у нас денег только на еду. Ну, пока работу найдем. Уж я оттуда. Санька пошел к заказчику бывшему. Может, говорит, что из работы уже есть. А я с чемоданами на скамейке на Гоголевском с Генкой жду. Куда, думаю, с ребенком, если сегодня ничего не найдем? Семь часов просидели. Генка бегает. То на чемодан у себя, то на коленях у меня. А я вдруг такой почувствовала покой. За себя, за всех. Все хорошо, думаю. Нет муки. Невозможно она, если красивость терпеть. Генка, ему говорю, иди сюда. Мама, он говорит, я посмотрел в лужу, а там улыбается чье-то лицо. Генка, ему говорю, мы с тобой сегодня не в постели должны лечь, а здесь. Так что на колени ко мне лезь. Его курткой накрыла. Глаза макияж, крещение. В принципе, даже быту доступен.
Нет, в магазин не поеду. Я сегодня к Макейчику, вечером открытие, времени вообще не хватает, улет. Так иконы потом увезут? Ты что? Она же не работает. Все, о чем просишь, дают. Ладно, завтра буду сама на машине, перед работой за обед приложусь. Что за туфли? Новые? Это что? Я их уже одевал. Правда классные? Дорогие. Три штуки. В Иерусалиме покупал. Обалдеть. Тебе так идет? Но я-то за туфли столько платить не стала. У тебя там в Иерусалиме Настя живет. Ей бы таких денег хватило на 3 месяца. Ира, ты рассуждаешь, как мещанка, как зависимый, некультурный народ. Ты знаешь, сколько я ей ее детям давала? Не бойся, до отвала. Нет что. Главное, что Бог твой любовь к моде понимал. Тачку твою, черепаховый суп, суфле. Ой, смотри. На рекламном щите Волочкова рекламирует бедря. Идиотская печать. Даже шрифт не смогли подобрать. Ира, для верующего человека обожжено все. Даже эта тупая реклама в каком-то смысле Бога несет. Принимаешь Бога, прими мир. И то, как наш Господь зовет слизи. Важно, конечно, что будет на небесах, но и жизнь Богом освящена. Богатство, роскошь, красота и жизнь – естественная часть. А потом, если не будет богат, кто будет бедным платить? Эти девы удавятся, прежде чем копеечку кому подать. А бедные были и будут. Убогие, не талантливые, некрасивые, завистливые, больные. Им такое место Господь открыл. Таким образом страдать. Мы по-своему страдали. И им помогали. Мой папа вчера нашему механику 3 магнитофона подарил. Я каждый месяц Дусина детям конфеты посылали. Диамарина собираюсь, куртку свою, кинзон отправил. Все, 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 телефон звонит опять. Телефон у меня. Мудрости, управления и завоевания.
давай после вернисажа только у меня. Заодно обсудим выставку, свет и формат. Смотри потом между предметами в воздух. Вот это, Саня, называется пустота. Людям кажется, в ней нету ни хрена. Пусто, тоскливо с ней, без вещей она. Так вот, когда не тоскливо тебе, без вещей, когда веет между вещами весна, вера это уже да, да. Вот тебе штуку и вок. Посиди, почитай в кофейне часа полтора. Нет, да мне полтинника хватит. Что ты? Не беспокойся. Ладно, я пошла. Еще минуточку.
Простите, молодой человек. Этот столик безвкусный. Но я все-таки думаю, что не возвышенный не потому, что дизайн дешевый. Он просто чего-то ему не хватает. А, подожду еще минут 20. Вода сколько стоит? 70. Принесите, пожалуйста. В полтинник укладываемся. Бог даст, уложимся. Еще долго не умрем. А потом в конце. Да. Девушка! Я расплатилась. Деньги на столе. Пойду я. Работать не дай. То секс, то крещение. Вот завтра у меня. Я все это не
Нита, да я же это понимаю. Я ж тобой и духом твоим, и совершенной красотой восхищаюсь. Я верю, я надеюсь, я люблю. Я ни на кого тебя не променяю. Ты же будущая крестная моя. Нита, Нита, ты кричи, ты на меня всегда. Это ж кричишь не ты, не я. Это страх нас кричит, бытия. Это трусит внутри змея. Знаем, какие мы. Быть вместо нас живет сны. Мы, не мы. Ну, да, так я. И вообще, долго работаешь. Но ты же за результат будешь платить. Не за деньги, не за время. Все равно мне надо быстрее. А проделанную работу я хочу. Нита, Нита, не увольняй меня, прошу. Окрестить меня когда же? Я же думала, сестру приобрету. Я же тебя люблю. Да. Про крещение забыла. Да нет, конечно, крестить. Значит, не уволишь. На выставку придешь, я тебя приглашу. В смысле, и после крестин можем по ходу общаться. Не так. Я же совсем уйду. Я креститься не буду. Ты потеряешь меня. Смотри. Нита, смотри, я сейчас ухожу! Нита! Нита, вот я одеваюсь! Вот, вот обувь я бываю! Вот дверь открываю, на ногах стою! Нита, я с тобой стою! Господи, Нита!
Бог хочет. Объясни, почему? Все его любят, а между собой не дружат. Вместе молятся, стоят, а потом рванут в рассыпную, боятся даже посмотреть друг другу в глаза. Я у бабушки спросила, не ответила, перекрестилась. Хороший. И есть у него во мне нужда. Пусть у людей будет во мне нужда. А так чего мы стоим? Лучше магазин открыть, кусочек Бога, может быть, там купить. Дикарь ты. Несмышленое существо. Это тебе не подыму. Ника, истину нарочно не придумаешь. Никогда не понимала, как все устроено. Как буду все это понимать? Как все расположено? Деревья, небо, дома. Потом они. И они же опять. Я не вижу все это. Я людей вижу. Людей вижу. Они точно есть. Все остальное приблизительно. Никуда не идет, стоит. А люди идут. Всегда идут и странно, чаще всего проходят мимо. В первый и последний раз. Знаешь, все время новые люди вокруг. И каждый день начинается с новых людей. Я просто вдруг удивилась. Ну как, мир все тот же, а люди новые опять и опять. Все пустые, боятся друг друга, то другой обманет, может что-то отнять. Вот ты боишься меня к себе привязать. Как будто я в твоей жизни могу что-то Сама.
А я не люблю стихи. Фасовано все. Ира, скажи ей, попроси. Пусть как за месяц до работы даст. А ты понимаешь божественность этой минуты? Как падает сейчас свет из окна? Как серебрятся твои серые глаза? Как под сорочкой дышит грудь? Каждая минута бытия — суть! Денег она не заплатит, мне же на дорогу тогда не хватит. Эстетического чувства — ноль. Ты хотя бы видишь, как серебрится в дыму сигарету вот это море? Господи, благодарю тебя за этот мир, за его полноту, красоту, за любовь, которая наполняет всех нас, за качественный наконец и за азбуки вкуса квас, за мой фантастический. Да. В принципе, работы понравились. Ты знаешь, талантливо, концептуально, но недостаточно радикально. В душе все умерло. Работать придется еще. Без любовью крутиться. Без надежды вставать и идти. Без веры смотреть. В глаза таким же, как я. Машина, значит. Да и ты машина была. Теперь поняла, как надо смотреть. Вот так. Замерев. Забыть, видеть один распад, любить все запрещать. Раскинула, отрицать. Ты же сказала, что все брала, что нет у тебя никого. Любить тебе некого все равно. Молчишь?
Нита. Кричи, ожесточайся душонками. Тебя сестру я сразу признала. Нита, ни цветы мы, ни горы, ни ручьи. Не можем мы самозабвенно стремиться, как они. Не имеем права придерживать нужно все. Деньги, слова. А особенно руки. Пойду я. Лежанку у тебя возьму. Эти новые. Так удобно крепятся к спине. Матрас, подушку тебе оставлю. И еще книжку у тебя беру. Вот это. Как называется? Ну, стойки. Почитаю мне. Ну, которые проповедуют. Ко всему относиться никак. Не любить, не верить, не надеяться. Просто продвигаться вперед. Ну, как можешь. Не важно. Все равно как. Я ты. Ты и я. Ну, мир. Труд. Небо. Земля. Так пусть поступит вся страна. Ну что, встречаемся через полчаса? Пойдем мне с грустью делать жизнь. Ветку любую из земли подними. Не просто так, а служебную часть. И беги, ветку смотри, не урони.